Всем привет! Вы на канале Лили Небосята. Мы тут с Басей сидим. Да, мы пришли на пляж. Ну, у нас сегодня пляжно, но так и тепленько. Ну, купаться мы, может, не будем, а может и будем. Но мы еще не знаем. Бася! Что, Басик? Смотри, какая крыша. Видишь там сверху? Ого! А чего? Ты мне про нее рассказываешь? А просто я придумала, что мы на нее сейчас залезем. Во! Залезем? Как? А вот так залезем. Залезем и залезем. Вот так плик и залезем. Плик и залезем? Это как? Не знаю. Давай тебе сейчас покажу. Давай. О, так как-нибудь, да? Вот так повисим и вот у меня все ноги закинем. Да, именно так я и хочу. Давай, давай. О, я залез. Это я просто тебе помог. А как я залезу? Ну, как-нибудь. Я лез. О, я падаю. Тихо, Маша, сиди. О, все. Вот мы теперь, а мы сидим, шагаем по луне. О, то есть мы не шагаем, падаем, не шагаем по луне. Во. А как мы будем слезать? О, а как слезать будем? О, придумал, как будем слезать. Ой, чуть не упал. Будем мы прыгать. Прыгать? Ну давай еще. Прыгаем. Я прыгаю. Я прыгаю. Полетели. Прыгаем, видишь? Еще один такой мягкий. Да, такой совсем мягкий. Да, вообще мягкий. Классно вообще. Да, лезим, 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 лезим. Ой, а вы Башу не видели случайно? Просто совсем его потерял. Не могу совсем найти. Я уже тут расстроился, не могу найти. Пойду искать. Ой, а вы Башика тут случайно не видали? Ладно, пойду тогда искать. Где Баша? Не видели? О, привет. Ищу до сих пор Басика. Где Бася? А где Басик? Ой, вот и нашлись. А то мы тут потерялись. Мы собирались туда идти к морю. И потерялись совсем. Тут с Башей сидим на берегу моря. Сегодня пасмурно совсем. И вот там море такое, а люди еще там умудряются купаться. Вообще вода теплая, просто потом, когда выйдешь, прохладно. Маша, а ты что там делаешь? Ой, ой, падаю совсем. Ой, не мешай мне там. Я тут лягушки нашла. Ну вот и тут сидим, так хорошо сидим. А завтра можно же, наверное, будет купаться, уже станет лучше. Да-да-да. А я сегодня, когда еще было солнышко, еще успел на озере покупаться. Да, я сказал, что не пойду. И теперь я сегодня нигде не покупался. А я покупался зато. Видишь, а зачем мне на озеро ходить? Ну да. Ля-ля-ля-ля-ля. А-а-а!
Маша, а ты знаешь, что это такие за камни? Не, не знаю. А ты знаешь? Мне просто очень интересно, что это за камни такие. Это такие камни, которые тут специально сделали, чтобы ими тут, короче, как сказать? А, все, чтобы берег не затапливало волны, потому что тут сильные, и потом может даже дома затопить этими волнами. А так не затопит, потому что волны бахаются в это камни эти. Тут их очень много, прям вот там и все дальше. Дальше там. Такие вот камни. Ну, понятно, что это за камни. О, видишь как? Да, мы так с тобой тут сейчас высоко забрались. Тут так страшно, можно сюда ввалиться. Потому что там вода. Мы тут сидим, потому что смелые. Да, мы смелые очень. Ой, Маша, смотри, какой замок кто-то построил. Да, кто-то построил замок. Классный замок такой. Мы тоже с тобой давай такой построим потом. Да, обязательно построим. Маша, а что ты здесь делаешь? Я раздеваюсь. Зачем ты раздеваешься? Ну ты что, не замечаешь, что жалко стало? Совсем жалко. Ну да, жальковато. Может, пойдем купаться? Ну пошли, ура! Побежали! Купаемся тут! Вот мы с Пашиком залезли. Да, и я купаюсь. Ой, лапа намочилась. Мы тут уже поплавали немножко, теперь тут вот так стоим почти. И нам чуть-чуть до дна осталось. Ну, вот, мы здесь уже стоим. Вот. Давай, поплаваем вместе, идем.